Всем привет! С вами Федор. На юго-восточной части города Петрозаводска находится место, где можно полюбоваться на скалистые выпады рядом с небольшим озером. Это Ключевской карьер, Каменный Бор. 300 лет назад, когда города еще не было, здесь начали добывать прочный и жаростойкий камень – кварцитопесчаник. Он использовался для строительства фундаментов домов. На месте водоема находилось горное предприятие. После начал строиться Петровский завод, а вокруг карьера стали появляться дома. Камень в этом месторождении залегает в виде плит. Добытчики вручную с помощью лома, кувалды, клиньев и физической силы отделяли плиты от скального массива. Во время войны предприятие было уничтожено. В августе 1944 года, после освобождения города, оно стало возрождаться и превратилось в современный комплекс. Ручной труд заменили машины. В 70-х годах недалеко от карьера начали строить жилой микрорайон. Постепенно дома приближались к границам карьера. Так как на предприятии проводились взрывные работы, которые были опасны для фундаментов домов, с 1 января 1981 года оно прекратило свое существование.